Всем привет! Меня зовут Наталья, и сегодня мы продолжаем наш цикл мастер-классов вязаных погремушек. И по просьбам у нас будет львенок сегодня. Мастер-класс на основу у меня есть отдельным видео. Это практически основа для всех погремушек, так вяжется. Я вам оставлю ссылочку под видео, да, в описании. Переходите, вяжите сначала как бы основу, а потом уже все детальки. Также у меня очень много других погремушек: зайка, мишка, жирафик. Постараюсь оставить на все на них ссылочки, но если что, на канале у меня их легко найти. Под каждым видео у меня, несмотря на то, что в описании пишу, да, из чего вяжутся игрушки, все равно задают вопрос. Пряжа — это или Ернар джинс, или Ализе Cotton Gold, или вот есть Ернард, по-моему, Бэби называется, тоже полухлопок, но он не такой скрученный, больше с блеском. В этом видео, да, вот в этой игрушке у меня будет и Ернард джинс, и вот этот полухлопок Ернард Бэби. Все, давайте приступать. В принципе, все сказала. Смотрите, давайте сначала свяжем ушки, а потом уже приступим к гриве. 6 петель в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Теперь в каждую петлю делаем прибавку, то есть у нас будет в конце ряда 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ниточку подтягиваем. И теперь провязываем еще 3 ряда по 12 петель, без убавок и без прибавок. Таких ушек у нас должно быть, естественно, 2. Ушки готовы. Оставляем, естественно, ниточки для пришивания. Теперь приступаем к гриве. Нам нужно связать цепочку из воздушных петель, чтобы она у нас вот так вот была, да, по кругу диаметра, да, нашей головы, и плюс небольшой запас там петель 5. Прошу прощения. То есть мы начинаем вязать обычную цепочку, не знаю, как правильно. Я здесь, как правило, не считаю петли, да. Просто примеряю вот так вот на голову. Вот видите, я обвязала, да, у меня как раз несколько петель запаса. В принципе, я думаю, что этого будет достаточно. Теперь начинаем вязать саму гриву. В каждую петлю мы будем вязать по 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 делаем петли, да, накид. И в четвертую от крючка мы провязываем еще один столбик в эту же петлю с накидом. Теперь смотрите, в следующую петлю, да, мы будем делать следующим образом.
провязываем один столбик с накидом и потом вяжем, ну, наверное, это называется пико. Раз, два, три воздушные петли. И потом вот в первую, да, то есть в третью от крючка мы провязываем полустолбик. Дальше опять в эту же петлю еще два столбика с накидом. Вот, смотрите, что у нас получается. Давайте еще раз покажу. В следующий столбик мы просто провязываем 3 столбика. Раз. Два. Три. И далее в столбик сначала провязываем один. Дальше в петлю один столбик. Потом делаем вот это самое пико, 3 воздушные петли. И в третью от крючка провязываем полустолбик. И еще 2 столбика с накидом в эту же петлю. То есть понятно, да, мы чередуем. Одну петлю просто 3 столбика вяжем, следующую петлю с пико вяжем. И так до конца ряда. Я довязала гриву, вот что-то такое вот у нас получается. И смотрите, прежде чем обрезать, обязательно померяйте, да, точно ли у вас хватает. Если больше чуть-чуть будет, то ничего страшного, в процессе пришивания вы это исправите. А вот если меньше, то, конечно, это уже нехорошо и придется перевязывать. Вот, я расправила, в принципе, у меня вот немножко больше. Но я это сделаю вот здесь послабее, да, и когда будет пришиваться, оно все исправится. Отрезаем довольно-таки длинный хвостик, потому что пришивать нам много придется. И теперь будем иголочками сначала как бы прихватим гриву, чтобы она в процессе пришивания у нас никуда не делась, не слезла, не сползла, не деформировалась. Несла я иголочки. Вот так ниточку поправим. И вот давайте вот здесь сначала, да. Видите, она прям очень легко сползает. Не так уж это все легко и просто сделать. Но ничего страшного. Еще у нас гремелка внутри, и она не очень-то дает иголочкам проходить, потому что довольно-таки большая гремелка, ну хоть как-то. Все, вот такая красота у нас получается. Теперь нам нужно аккуратненько захватываем ниточку здесь иголочкой, да, пришиваем вот так вот по кругу, аккуратно, чтобы затягиваем ниточки, чтобы они нигде ничего не торчали. И потом останется у нас пришить ушки и вышить мордочку. Гриву пришили. Смотрите, я вам советую гриву отпарить утюжком и вот где вот эти пико, да, подвытянуть, чтобы она такая более красивая была. Мне больше нравится отпаренная. Теперь смотрите, ушки, да. Ушки мы вот здесь пришиваем. Я их вот так чуть-чуть сворачиваю. У основания. Делаю несколько стежочков. И вот здесь мы их пришиваем сверху. Второе точно так же симметрично с другой стороны. Ну, посмотрите, какое чудо уже получается. Я прям довольна в этот раз игрушкой. Теперь смотрите, вышиваем мордочку. Да, нам нужно вышить носик.